Здравствуйте, мои хорошие. Сейчас расскажу вам одну историю, которая случилась. Вот 8-й трип у меня с братом был, да? Что мы там делали, что мы увидели. Один очень интересный такой момент. И, конечно же, хочу поблагодарить всех, кто ставит, всех, кто смотрит, все, кто ставит особенно лайки, кто пишет комментарии, молодцы ребята. Я все читаю, всем благодарен. И особо тем, кто мне мог, кто помогает финансово, ребята, большое спасибо. Вы прям очень сильно помогаете мне не отвлекаться на какие-то вот такие вот моменты, да. Потому что каждый трип, он выщелкивает день. И последующий день, так как бы от него отходишь, да. Вот, спасибо вам, ребята. И смотрите, что у нас случилось с братом. Мы когда уже вошли в это состояние, когда ты ощущаешь себя творцом. И ты, я и мой брат, мы ощущали себя единым. То есть он и я есть творец. То есть мы себя от него, от него. От него это уже как бы отделение. Мы себя, меня и его не отличали от творца, от себя. Едино, все едино. Все. Абсолютно все едино. Так вот, смотрите. Мы с братом решили такую штучку сыграть. Мы решили, пускай ментально, да, это называется, но по-другому. Это образы. То есть, там ментальная связь, так называемая, да, она идет, связь образная. То есть, ты связываешься образами. Но эти образы не те, которые визуализация. Они намного глубокие, потому что визуализация – это работа ума. А это идет намного глубже, как будто такой, как связь такая подпространственная. И мы с братом такие решили, с сестрой двоюродной Оля, да, мы с ней решили связаться. И как бы, чтобы это не было прям так вот наивно и все что такое, да, ну как бы это примитивно, по телефону там еще что-то, мы решили всю свою энергию направить на то, чтобы с ней связаться и отправить ей сообщение в виде цифры. И она должна нам ответить в Вайбере на эту цифру. И мы ей посылаем цифру 12. Мы сконцентрировались. Эта концентрация, она прям ощущается, прям четко ты можешь ее послать. И мы посылаем сестре цифру 12 вдвоем. Но мы и есть одно. И в этот момент нам отвечает сестра. Через какой-то буквально короткий период. Через несколько секунд. И мы вдвоем смотрим у меня на компьютере. И мы видим, она отвечает нам просто. Цифру 12 присылает. Мы ее видим вдвоем. Он видит, я вижу. И мы эту цифру увидели, 12. И мы такие, уааа, крутяк такие, уа, офигенно, говорит. И пишем ей. Молодец. А я в Вайбере. Он не может написать. То есть мы не можем. Ум-то отключился. А писать — это работа ума. И он не может написать. И я не могу написать, потому что мы очень глубоко опустились. Но я такой включаю концентрацию. Он потом такой тоже такой, блин, точно надо было концентрацию включать. Я потом уже рассказал, как надо это сделать. Я включаю концентрацию и начинаю нормально писать. Молодец, написал. То есть, концентрируешься. Вот. Потом мы слышим, Оля нам отвечает, потому что мы написали молодец, там еще что-то написали. И Оля нам отвечает голосовым. Типа, что так, что за молодец, за что молодец там? Мы вначале не поняли, что она нам ответила. А потом, когда мы уже эту тему всю рассматривали, когда мы уже из трипа вышли, да, мы смотрим, мы оба точно 100% помним. То есть это, может, кто-то, может, назовет массовая галлюцинация, да? Но он помнит цифру 12, что она в Вайбере появилась. И я помню цифру 12. Но в реальной вот этой версии, в которой мы смотрим, да, мы смотрим, там цифра 12 не появилась, а только мое сообщение «молодец».
Но мы эту цифру 12 видели, и потом я написал «молодец». Это говорит о чем? Что мерностей неимоверное количество. И в одной из мерностях, Оля нам ответила и написала цифру 12. А мы в этот момент были вне мерностей. Мы были сама мерность всего. И мы увидели, что она ответила. Но это была не наша мерность. Скорее всего, в этой мерности, в которой есть наша вот эта Оля, да, наша сестра, она не смогла бы это ответить, потому что уровень ее, ну, можно сказать, грубо так, развития, оно не достигло того состояния, чтобы она могла нам ответить. Хотя мы там напряглись так, что мы ее образы мощно посылали, прям поток образов прям такой мощный. Цифра 12, Оля. Цифру 12 в Вайбере напиши. Ну, типа того такого. Но это все образами идет. Ни словами, ни буквами. Сейчас чихну. Будь здоров. Я. Так вот, смотри. Вот эти мерности, их множество. Бесконечные. Бесконечные. Смотрите сериал... Локи. Охрененный сериал про время, да? Вообще, посмотрите, там 2 сезона, я всем рекомендую. Охеренный сериал. Но до этого посмотрите Рагнарёк, Тор и так далее. То есть, чтобы знать, что за Локи. Это марвеловские вот эти вот фильмы, да? То есть, вам нужно увидеть и знать, кто такой Локи и что он из себя представляет. Только после этого, то есть посмотрите все, что связано с Тором, с Мстителями, и только после этого смотрите Локи, чтобы знать, к чему все это ведет. Ну, можете тупо Локи посмотреть, но не будешь понимать, кто такой Локи. Если хочешь понять все, откуда он вышел, да, Локи этот, ну, суть не важна, просто увидеть, какое он говно был, да, и в кого он превратился. Вот. Вот так вот. И этих мерностей, этих ответвлений, их просто неимоверное количество. Бесконечное. И одна из мерностей нам ответила. Вот, в виде нашей сестры, да? Потому что мы были подключены ко всем мерностям разом. Потому что в этот момент мы были творцом. То есть мы были как единые. Мы себя ощущали единым организмом, единым существом. Вот, с единой личностью Творца. Мы себя вообще не разделяли внутренне. Мы, конечно, делали какие-то разграничения, то есть мы разговаривали друг с другом, то есть Творец сам с собой разговаривает такой, да. Но потом, но внутренне ты ощущаешь, что ты все едино, и ты с ним един. Так вот. И, конечно, сестра, мы потом звонили, она не знала про чего. Мы ей не сказали про эту цифру 12, ничего, да. Но она реально этого ничего не ощущала, не чувствовала, вот. Но где-то она нам ответила. Потому что мы вдвоем это видели, что нам ответила Оля и написала в Вайбере цифру 12. Так что так вот. Вот они, мерности, вот они, бесконечные... мерности. Не парьтесь по этому поводу, потому что неважно, в какой ты мерности живешь, главное, что ты живешь здесь и сейчас. Когда ты осознаешь себя, да, и сольешься с Творцом, ты будешь ощущать все эти мерности разом. Вот. Конечно, твое тело пребывает в определенной мерности, но когда ты сливаешься с Творцом, ты эти мерности... Тебе не нужно вот это вот развлечение, какая из твоих мерностей. Ты просто ощущаешь себя всем. И все. Так что вот, вот такой интересный рассказик коротенький, да? Это один из моих рассказиков. Сейчас еще интереснее расскажу про веер времен. Что это за штука и как она действует. И на что можно как бы...
каких фильмах можно это увидеть частично, да? Потому что все наши фильмы, они отражают именно это раскрытие идет. Определенные люди, определенные структуры все знают. И они нам показывают, что это есть так и так. Как бы идет через телевизор, идет раскрытие определенное, чтобы люди задумались. Вот. Так что вот так вот. Друзья, еще раз всех благодарю вообще за ваше внимание, за ваши сердечки, за ваши комментарии. И особо, особо друзья, которые мне финансово хоть как-то помогают, да, неважно какая это сумма, абсолютно я вам очень благодарен. Всем, всем любви. Особенно, ребята, вам, которые финансово помогают, я прямо любовь вам посылаю безграничную. Все, пока, ребята.